Добрый день! Меня зовут Александр Кашпар. Я работаю в компании Polymi Agro, ведущим специалистом отдела маркетинга. Сегодня наша речь пойдет о совместном проекте компании Polymi Беларусь и компании Wolterscheid Германия. Почему Wolterscheid, спросите вы? Потому что Wolterscheid – это надежный, качественный продукт, проверенный годами. Сотрудничество с компанией Wolterscheid началось с 2007 года. На протяжении 4 лет мы являлись дилером. В 2011 году совместно было принято решение о создании линии сборки карданных валов на производственных мощностях компании Polymi, что позволило быть более ближе к клиенту. Для этого было закуплено оборудование стоимостью около 350 тысяч евро, аналогичное тому, что установлено на заводе Wolterscheid в Германии. На заводе Wolterscheid проведено обучение персонала. В июне 2011 года увидел свет первый карданный вал, собранный на линии сборки Polymi. В начале производственного пути для производства карданных валов использовались полуфабрикаты. Шарниры кожуха, приобретаемые на заводе Wolterscheid. В процессе производства была освоена технология всей сборки карданного вала, показав качество, соблюдение технических требований и высокую производительность перед нашими партнерами. В 2013 году компания Polymi получила разрешение завода Wolterscheid на сборку пластиковой защиты. Все комплектующие, которые используются при сборке карданных валов, закупаются на заводе Wolterscheid. Напрямую с заводом у нас имеется технологическая поддержка. Уже на протяжении 7 лет компания Polymi Agro поставляет карданные валы на рынок Беларуси и страны Таможенного союза, собранные на производственной линии в городе Борисове. Мощность линии – около 20 тысяч карданных валов в год. Карданные валы Wolterscheid выбрали известные производители сельхозтехники, такие как Кроны, Гримы, Лемкин, Джон Дир, Амазоны, Класс и другие. Работаем как по оригинальным номерам производителей, так и по индивидуальным заказам. Мы стали более гибкими, что позволило иметь больший ассортимент комплектующих у нас на складах. Позволяет тем самым быстрее реагировать на запросы сельхозпроизводителей.